Мы с тобой уже знаем, что есть птички, которые живут у хозяина, и они называются домашние, а есть птицы, которые живут без хозяина. Есть те, которые к нам прилетают на зиму, есть те, которые улетают от нас, есть те, которые живут только у нас, а есть те, которые живут только не у нас. Будем слушать и отгадывать, какая птичка тебе поет. Слушай! Слушай! Какая это была птичка? Показывай скорее! Это, конечно же, ворона! Отлично! Следующая птичка, слушай! Кто же так у нас поет? Показывай скорее, кто у нас поет кукареку? Кто? Вот, петух, верно. Какая птичка у нас поет вот так? Какая, курочка или чайка? Какая? Конечно, чайка, верно. Хорошо, и осталось у нас... Курочка, точно. Ну что, играть в эту игру попробовали? Будем усложнять задание. Добавлю нам птичек, с которыми мы встречаемся пореже. Смотри-ка, тут сова живет в лесу. Тут дятел живет в лесу. Тут кукушка тоже живет в лесу. Тут голубь. Знаем с вами такого, кормим иногда на прогулках. Тут орел, большая птица. А тут соловей, маленькая птичка, которая очень красиво поет. Тут у меня попугай, декоративная птица. А тут уточка для ванны. Давай будем припоминать, как нам птички поют. Эту птичку точно знают все. Слушай внимательно. Кто нам поет ухух? Кто нам поет ухух? Кто? Конечно же, сова. Отлично. А какая птичка поет нам вот так? Кто так курлыкает? Курлы, курлы, курлы. Курлы, курлы, курлы. Какая птичка нам так курлыкает? Конечно, голубь. Мы голубя тоже все знаем. Хорошо. А какая у нас птичка делает вот так? Тук-тук-тук-тук-тук. Да-д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 а. Кто так стучит? Какая птичка? Какая птичка так стучит? У кого самый длинный клюв? Конечно, это дятел. Все время стучит. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Да-да-да-да-да. Хорошо, будем слушать дальше. Как ты думаешь, какая птичка так поет? Очень красиво. Тиф-тиф-тиф. Какая птичка? Самая тут маленькая и лучше всех поет, мы знаем, певчая. Да, вот он, соловей наш маленький, отлично. А какая птичка умеет считать? Слушай. Ку-ку, 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 ку-ку. Она кукует, а мы считаем вместе с ней. Учит нас считать. Какая птичка? Какая? Вот это кукушечка. Правильно. Остались нам самые сложные птички. Давай слушать. Это кто так весело поет? Кто это такой веселый?
Кто может быть таким? Конечно, попугай. Осталось две птички у нас. Ну-ка, слушай. Кто вот это? Так пищит, какая птичка? Конечно, не настоящая уточка в ванной. И осталась у нас одна птичка. Зовут ее Орел. Вот как тоже пищит. Это хищная птица. Она ловит маленьких змей и мышек и вот так пищит. Вот сколько птиц мы послушали. Класс, мы справились.